историй, и время от времени они дают себя рассказывать. Крутой парень, даже признаться в любви не можешь. Чёртова резервация! Если бы она уехала со мной, все было бы иначе, все! Размечтался. Сам-то себе веришь? Томми, ты где там застрял? Вообще кто-нибудь убирается? Томми, ветер несет великие перемены. Похоже, у Джен кончаются виски. Да уж, в морском уточище. Томми! Хватит дурью маяться! Вернись ко мне! Дед, сколько можно? Ну не верю я в эту бредятину! Томми, время на исходе. Ты должен вспомнить о своих корнях. Это даст тебе сил. Сил? Для чего? Чтобы спастись. Чтобы выжить. Выжить? Инисси, ты о чем? Иди домой. Мое место здесь, рядом с тобой. Этой ночью я буду тебе нужен. Ладно, как скажешь. Да уж, Джен запустила заведение. Скучно сегодня, а, крошка? Если бы. С вами разве соскучишься? Нужденка. А бусы вы все-таки продаете? Моя баба за бирюзу прям удавится. Здесь бар, а не магазин. Может, и ничего другого на продажу есть? Вам это точно непосредством. Пейте, мальчики. Как достала эта музыка. Сменить бы ее. Том, яу. Да, ну погодка. Томми, иди сюда! Скай казино. Я только зашел. Эй, Томми! Что такое, малыш? Томми, ты решил, что это верстак? Убери свои железки со стойки, я ее только что протерла. Извини, малыш. Эй, Покахонтас! Пиво тащит! Заснула, что ли? Правильно! Девка, еще по одной. Далтон, глянь, какой типчик. Пшел вон, козел. Я пока не могу уйти. Джен любит тебя.
Да уж, странная у нее любовь. Она Чероки. Ее сердце здесь. Увести ее отсюда все равно, что вырезать у нее часть души. Но разве она не хочет другой, лучшей жизни? Слушай меня, Томми. Знать, кто ты и где твое место. Быть собственным народом. Я не знаю, какая жизнь может быть лучше. Потому что ты не уезжал. Анивая чуют бурю. Кто? Волки чем-то встревожены. Томми, иди сюда! Слушай, как насчет того, о чем мы говорили? Томми, не надо. Поехали со мной. Всего на недельку. Выберемся из резервации. Но почему мы не можем жить здесь? Ты же знаешь, я ненавижу эту дыру. Я как будто в клетке. Так нельзя жить. Эта дыра – мой дом. Здесь моя работа, моя семья. Ты думаешь, что спасешь меня, если увезешь отсюда? Я Чероки, Томми. И ты тоже. Ты должен гордиться этим. Слушай, я понимаю, племя, традиции, просто для меня это всегда был пустой звук. Эй, девка, еще по бутылочке. Все, мы закрываемся. Че так рано? Мать, неправильно! Бар закрывается, вам пора. Ты, значит, попка нам вихляла, а теперь пошли вон, раскомандовалась. Руки! Томми, ну ты че, как не родная, а? А говорят, индейцы гостеприимный народ. Пошел ты! Ах ты шлюха! Ломаться еще будет! Не трожь ее! Слышь, малявка, ты че, по морде захотел? Получи, елки! Ну все, ты пацан! Че, самый крутой! Ты труп! Эй, Чингачгук, получи! Томми, ты с ума сошел? А если бы ты их убил? Может и надо было. Еще чего не хватало? Разве нельзя было? Какого черта? Внимание, общая тревога. Внимательно прослушайте важную информацию. Только что поступило сообщение, что несколько аналогичных объектов увидели в небе над Северной Америкой. Положение становится...
могу двигаться. Я тоже. Господи, где мы? Помогите! Что происходит? Что с нами будет? Я не знаю, Джен. Не бойся. Я вытащу нас отсюда. Просто дай мне минутку. Я не могу двигаться. Это еще кто такие? Освобожу вас. Что ты делаешь? Что происходит? Они даруют жизнь всем мирам. Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Единичье дыхание дарует жизнь всем мирам. Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Единичье дыхание дарует жизнь всем мирам. Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Джен, прекрати, я думаю! Единый, услышь меня! Если великий дух и существует, здесь его нет. Господи, нет! Ай, гадость!